родился 14 января 1981 года в Челябинске. Окончил школу номер 46 Челябинска. С 10 класса играл в школьной лиге КВН в команде «Бомбарбия Киркуду». Затем, поступив в Челябинский государственный агроинженерный университет, стал выступать за местную команду КВН «Линия отрыва». Затем оказался в сборной команде КВН Челябинска, первоначально называвшейся «Земляки». В 1999 году «Земляки» объединяются с квинщиками из Магнитогорского государственного педагогического института в единую команду под названием «Уездный город». В составе «Уездного города» Станислав Ярушин в 2002 году становится чемпионом высшей лиги КВН. В 2003 и 2004 году обладателем летнего кубка КВН. С 2003 года по 2007 год участник челябинской команды КВН. Лицо уральской национальности, «Луна», в составе «Луны», провел 4 сезона, 1 в премьер-лиге и 3 сезона в высшей лиге. В 2006 году «Луна» в финале высшей лиги КВН заняла второе место. С 2007 по 2009 год шоумен баскетбольного клуба ЦСКА. С 2011 года снимается в сериале «Универ» в роли Антона Мартынова. В мае 2016 года у Станислава Ярушина вышел дебютный альбом. Об этом